Я Дюков Вячеслав Игоревич, председатель Общественной палаты города Красноярска. В начале июля этого года в палату поступило обращение от жителя города Красноярска, представляющего группу людей, сообщившего о незаконной торговле алкоголем в одном из магазинов алкогольной сети «Ретро» по адресу Калинина 2Б. Мною, как председателем общественной палаты, была создана рабочая группа, в которую вошли также представители других общественных организаций и волонтеры. В течение этого времени мы сначала провели несколько рейдов по магазинам «Ретро», которых в городе Красноярске только несколько десятков, в результате чего обнаружили систематическое злостное нарушение законов страны в плане торговли алкогольной продукцией. Нарушение злостное, говорящее о том, что эти магазины все до одного в любое время продают водку, находящуюся в незаконном обороте, а также игнорируют законодательство Российской Федерации в плане запрета торговли алкоголем в таре свыше 1,5 литра. Исходя из обстоятельств, зафиксированных при видеосъемке всех этих закупов, мы пришли к выводу о том, что магазины «Ретро» целенаправленно созданы для сбыта нелегальной продукции, находящейся в абсолютно нелегальном обороте, что прибыль и деньги с этой торговли находятся в абсолютно черном обороте, таким образом могут служить источником для криминальных группировок, террористических группировок, коррупционных подкупов и так далее. Все эти материалы были переданы нами в органы прокуратуры, налоговой инспекции, Министерство торговли и ГУВД края. В ходе проведения всех этих мероприятий мы также общались с работниками сети «Ретро», с бывшими работниками этой сети, которые указали нам на то, что на самом деле за всеми этими предприятиями, которых несколько десятков юридических лиц, стоит один человек. Зовут его Шишков Юрий Юрьевич. Оборот этой нелегальной торговли спиртными напитками, которая включает в себя Иркутскую область, Красноярский край, Хакасию, Тыву, Новосибирскую область, Кемеровскую область, многомиллиардная. Водка поступает, со слов людей, которые работали в компаниях Шишкова, с Северного Кавказа, закупается там по ценам в районе 40-50 рублей, здесь продается по ценам свыше 200 рублей. Таким образом, предприятия имеют прибыль в 400 и более процентов. Объемы – это десятки вагонов в месяц. Представить сумму этого преступного оборота в связи с этим даже тяжело. Далее мы начали присматриваться к фигуре Шишкова Юрия Юрьевича, получили информацию о всех юридических лицах, которые ему принадлежат, обнаружили, что в течение 20 лет существования этих компаний вся прибыль их 2,5 миллиона рублей. При этом сумма недвижимости, земельных участков, коммерческой недвижимости, принадлежащий Шишкову, за последние несколько лет несколько миллиардов рублей. Общаясь с
кругом лиц, имеющих отношение к этому бизнесу, у нас также появилась информация о том, что Шишковым организован транспортный канал по доставке синтетических наркотиков в области Сибири. Примерно месяц назад, или чуть более, я получал угрозы от людей, представившихся, что явились ко мне от Шишкова с требованием под угрозой жизни и здоровья прекратить действия в отношении Шишкова Юрия Юрьевича. Что я делать отказался. Во всей этой работе мне активно помогал мой друг Демьяшкин Дмитрий Владимирович, который вчера, примерно в 8 часов вечера, пропал при подозрительных обстоятельствах, указывающих на похищение. Сегодня после 16 часов на многих информационных ресурсах появилось сведение о том, что в Емельяновском районе найден сгоревший труп и машина. При этом перечислены обстоятельства, указывающие на то, что это убийство Демьяшкина Дмитрия Владимировича. Иных причин, которые могли привести к его смерти, кроме того, что мы занимались с ним поиском информации о деятельности организованной группы Шишкова, я не вижу. В данный момент считаю, что это обращение должно достичь всех силовых органов, которые заинтересованы в пресечении той преступной деятельности, которая уже на протяжении многих лет занимается Управление экономической безопасности края ГУВД, но при этом почему-то никаких результатов деятельность профессиональных органов почему-то не имеет. Поэтому обращаюсь ко всем органам расследовать как можно быстрее связь, возможную между смертью Демьяшкина Дмитрия Владимировича и деятельностью группировки Шишкова.